идея, в принципе, под «ЭД на пальцах» и «Для пальцев», она в том, что мы вместе на сцене, и Вадим играет, я танцую, чтобы вот это вот было такое особенное. И в итоге это превратилось действительно в самый любимый мой проект. И абсолютно бездонное вдохновение. Это очень важно. Сначала мы не могли понять, что мы можем вместе, потому что у Вадима совсем другой репертуар, у меня тоже другой репертуар. Пришлось адаптироваться, и музыкальные номера специально адаптировали под скрипку. Даже знаменитого Сен-Санса, «Умирающего лебедя», наверное, впервые в истории играла скрипка. Движение всегда преобладает. Движение, чтобы это было удобно, чтобы это было правильно, чтобы было это красиво. Момент диалога очень важен. Состояние чего-то настоящего, живого на сцене. Музыка вместе с танцем льется. И вот это он очень хорошо чувствует. Или это выразительно, или это невыразительно. С первой же репетиции мы общались с такими терминами. Мы исходим из, прежде всего, замысла каждого номера. Если это влюбленность, это одно, если это гротеск, это другое. Номера очень разные, и музыкальные очень разные номера, и балетные очень разные номера. Зритель видит эмоции, наши чувства, наше состояние. Все-таки очень важно, когда сделать что-то важное и приятное для публики. Мне кажется, что наш проект привлекает внимание именно какой-то порой необычностью, и часто мы паяем несколько жанров вместе. Но это такой шуточный номер. Он был не для меня поставлен, но когда я его увидела, я подумала, что без этого номера мы просто не обойдемся. И так здорово, он такой, с одной стороны, технический, с другой стороны, он шуточный. Такой, как я говорю, изюмчик такой в нашей программе. Как бы в этом номере, да, танцовщики, мои партнеры передо мной не пытались показать какие-то трюки, завоевать там мое сердце, все равно в итоге вот этот вот последний жест, который вот мое сердце я отдаю музыканту. Наша работа тоже, в общем-то, отчасти актерская. Те эмоциональные какие-то переживания, которые мы несем, на которые мы приглашаем, они должны быть сыграны достойным образом.